самые тяжелые. Только не говори, зачем мы едем. Точно? Я напишу сейчас. Я еще солидный молодой человек, но у меня сейчас такой этап в жизни, не обязательно об этом рассказывать. Не обязательно рассказывать о нашей будущей покупке? Да, это серьезная покупка на самом деле. Выглядит просто как детская. Он к ней месяц шел. Я месяц ее хотел, реально. Обдумывал нам. Но если она поднимает настроение, почему нет? Все. Согласись? Все. Вот смотри, я просыпаюсь утром. Херак, на нее встал, поднялось настроение, я тебе макароны сварил. Тема? Мухтар тоже согласен. Да. Так. Он уже здесь. Мухтар.